Никто из мальчишек не мечтает стать шофером. Только разреши им посидеть в кабине. И вот уже... Я водитель. Когда-то мне тоже казалось, что стать водителем просто. Но это было давно, в детстве. Вот уже не один год я за рулем. Исколесил сотни дорог и хочу рассказать вам о своей профессии. Каждый день на улице городов, проселочные дороги и дальние магистрали выходят миллионы машин, самых разных. Мы, водители, начинаем утро. Умываем улицы городов, разводим почту, продукты. Да мало ли еще у нас работы. Часто спрашивают, что самое трудное в нашей профессии. Вот, кажется, в городе на дорогах все продумано. И помощников много. Светофоры, указатели. Да и работники ГАИ всегда на чеку. Но главный помощник водителя – это он сам. Его знания и мастерство. Сколько дорожных знаков, правил движения и названий улиц приходится держать в голове. А нерадивые пешеходы, ведь шофер отвечает и за их жизнь. В городе водитель всегда в напряжении, особенно зимой, на скользкой дороге. Тут надежда только на себя, на свой водительский опыт. Особенно нелегко в метель или туман, когда даже днем приходится зажигать фар. А попробуйте проехать по иной сельской дороге в непогоду. Но если хорошо знаешь свою машину и заботишься о ней, то справишься и с любой дорогой, и с любой работой. Доставить сено? Пожалуйста. Перевести урожай так, чтобы ничего не потерялось? И это можно. А теперь познакомьтесь с моими друзьями. Мы работаем на дальних рейсах, получаем задания и в путь. Едем, бывает, через всю страну. Везем самые разные грузы туда, где они нужны людям. Не каждый может работать на дальних маршрутах. Когда в многодневном пути нас только двое. Я и машина. Друг на друга и надеемся. Но зато как приятно встретить в долгом рейсе старого знакомого. И снова. А если с машиной случится беда? Приду на помощь. Друга надо выручать. Бежит дорога. Сколько передумаешь за долгий путь. Но отвлечься ни на минуту нельзя. Ведь порой совсем рядом пропасть, а впереди неожиданный поворот. Но какие бы сложные повороты не готовила нам наша профессия, мы никогда с ней не расстанемся. Ведь она так нужна людям. А мы, работая для них, каждое утро можем видеть, как встает солнце, начиная новый день. А что самое трудное в нашей профессии? Решайте сами.